Всем привет, с вами Саша, и сегодня мы поиграем в игру Лимбо. Надеюсь, вам понравится это видео, потому что я его записываю впервые на своем телефоне. Ну так что, погнали! Итак, всем йоу, дорогие друзья, вы на канале World Rus Game. И с вами Александр. Ну не знаю, кто, наверное, сейчас будет смотреть 9 часов утра, кто-то 9 часов вечера. В общем, всем доброго времени суток. Сегодня мы проходим игрушку под названием Лимбо. Я эту игрушку уже как бы почти прошел, но хочу заново пройти. Вот. Тут, как я понял, суть в том, что какой-то мальчик, или не знаю, заблудился то ли в лесу, вот таком облеклом. Вот, и мы должны как бы... Это суть в том, что это головоломка. Головоломка это очень легкая. Давай вставай уже, что, хорош спать. Храпит, наверное, же. Давай, поехали, давай. Так. Всем советую в нее поиграть. О, нет. Да, первое уже разочарование. Тут надо вот так вроде бы слезть. Да. Оп. Так. А, это легко. Так. Сейчас взяли и такие... Попой такой сел. Давай. На моем же канале вы найдете много различных игр, но я пока еще их не снимал. Но обещаю, что буду их снимать. Да куда ты опять прыгнул, ёлки-палки? И вот. И, наверное, буду снимать еще... гонки, да, вот, может, даже то, что вы предложите. Извините, но на компьютере я больше не хочу снимать, потому что у меня, я не хочу взламывать этот бандикам, так что мы будем играть, я буду играть только на телефоне своем. И в этом, как бы, так вот. Надеюсь, это видео вам понравится, потому что стараюсь я его записывать. Так у нас Лимбо уже подъезжает. Господин, ты наш на яхте своей. На яхте. Яхта-то не вообще золотая, наверное, за 8 миллионов долларов. Лимба, можно мне прокатиться, а? Это очень... Ой-ё. Это очень как-то хочется на такой яхте прям прокатиться. Прям вообще. Мысль не отпускает. Да что ты? Так. И прыгаем. Ой-ой-ой. Я так всегда боялся, то, что оно может грохнуться. Так, а что тут у нас забыл уже будет? А, то ли паук тут будет должен быть. А, эти два капкана. Давайте, пяу. Пяу. Теперь все с вами понятно, сударь. Ай! Думал, да что такое? Знаете, такой звук, когда он ходит, такое ощущение, это как...
В Майнкрафте? Вот один в один. Ну и молодец. Так, сейчас вот так. Хоп. Вот. Фух. Тут главное успеть, а то я помню, забежал вперед, так вообще. Так, что тут у нас будет? Уже все забывал. Вспомнил. Так, теперь раскачиваемся. Да. Хотя бы не упал. Да. Моё. Так, я вообще неправильно сделал то, что спиной повернулся. Не думайте, что я такой древний. Я уже давным-давно уже снимал по поводу вот этого Мобизена. Прога мне очень знакомая. Я с ней много снимал, потому что у меня был другой канал до этого. И потом я с другом снимал. Что-то он потом на меня обиделся и как бы удалил канал даже, можно сказать. Так, что это у нас тут? Капкан. Вот и наш паучок. Да. Что сделал я ошибку? Дурацкую сделал. Ничего, что паучок-то. Этот паук вообще меня преследовал почти всю игру. Что же у нас гремит там такой вот? А, это же капкан был. Забыл. Да что я такое? Да что он так прыгает? Вообще как-то хреново. Вот нормально. Во. Сейчас мы тебе везем. Ой, как вкусный обед такой. Прям я иду. Ой, фу, блин. Так. Еще мы вот такого хопа. Пока. Ой, да что ты будешь делать-то? Вот такой у нас паучок. Страшный прям. Пипец. Наверное, сейчас я уже закончу свой видос.
Да, сейчас подергаемся. Все. Там кто-то кого-то он уже скрутил. Так вообще как будто он ему кожу продырявил. Он за горло схватился, что ли? Или нет? Ой, да прям ты мне что-то сделаешь, да по-твоему? И что ты меня скрутил? Вообще. Сейчас, наверное, до 11 минут закончу. Так. Так, мы продолжаем. Так, давай, давай, давай. Молодец. Все, сейчас почти сделаем. Так, а вот тут, тут я дойду еще. Уи! Кто не знает, в эту игру я играю только 2 дня. Поэтому игра очень легко проходится. Как раз это я записываю, чтобы не было вопросов. Я записываю это как раз, например, чтобы посмотреть эту игру. И чтобы как бы знать, что это за игра. И как бы как ее пройти, если возникают трудности. Ну все, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока.